Что ж, давайте начнем говорить в оставшееся время о доктрине безошибочности. Традиционно, и под этим я имею в виду много-много веков, включая большую часть 20 века, доктрина безошибочности являлась составной частью доктрины богодухновенности среди консервативных христиан, евангельских христиан. И более того, на протяжении многих лет буквальная богодухновенность, и мы уже говорили об этом, что Писание полностью богодухновенно. Причем каждое слово Писания богодухновенно. И именно такого взгляда мы придерживаемся, именно так мы понимаем Писание. И вот такое понимание Писания подразумевало, что если текст Писания богодухновенен, причем каждое слово Писания, то в нем нет ошибок. И более того, давным-давно, когда я сам был студентом в семинарии и сидел на первом своем курсе по богословию, где мы обсуждали библиологию, то мой профессор дал такое определение богодухновенности, что включил в него фразу о том, что богодухновенный текст не содержит ошибок. И именно так евангельские христиане понимали это на протяжении столетий. То есть идея в том, что если Бог это сказал, то в этом не может быть никаких ошибок. А в последние года, хотя началось это не так уж и недавно, как минимум уже в 60-х и 70-х годах, вот это верование было поставлено под сомнение, что богодухновенность Писания подразумевает безошибочность. И вот это верование было поставлено под сомнение даже теми христианами, которые называют себя евангельскими. Мы знаем о том, что неевангельские христиане не верят в безошибочность. Но что же происходит в этом мире, когда христиане, которые называют себя евангельскими, у них появляются сомнения? Что ж, нам придется обсудить это по мере того, как мы пойдем дальше. И как вы видите здесь, на этом слайде, что сегодня есть такие люди, которые по той или иной причине, и мы это с вами объясним, отрицают, что богодухновенный текст обязательно безошибочен. Да, они говорят, текст богодухновенен. Да, он даже непогрешим, но это не означает, что в нем совсем нет никаких ошибок. И я уверен, это может звучать достаточно странно, но нам нужно понимать, почему об этом говорится, что это означает и что в этом неправильно. И что ж, по мере того, как мы будем разбирать эту тему, я хотел, чтобы мы отметили некоторые моменты, чтобы мы были готовы к обсуждению и могли все воспринимать в правильном свете. И первое, что те верующие, которые называют себя евангельскими, высказывающие сомнения по поводу безошибочности, они на самом деле возрожденные христиане. Более того, многие верили раньше в безошибочность Писания, но потом передумали. Но вы не теряете спасение из-за того, что в какой-то момент перестаете считать Писание полностью безошибочным. И это важно, потому что иногда об этих людях начинают говорить так, как будто они какие-то отступники, которые никогда не были верующими, что они приговорены к смерти и направляются прямиком в ад. Но это не так. Я считаю, что эти люди сильно ошибаются по этому вопросу, но они принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, а вы не теряете спасение из-за того, что перестаете верить в безошибочность Писания или в полную безошибочность. Что ж, еще один момент. Ясно усвойте то, что люди, которые на данный момент сомневаются в безошибочности, не говорят о том, что все в Писании — одна большая ошибка. Они даже не заявляют о том, что все факты в Писании на самом деле ошибочны. Вместо этого они говорят, что есть незначительные ошибки в каких-то данных.
И более того, большинство из них скажут, что нет никаких ошибок в тех текстах Писания, которые говорят о доктринальных вопросах. Ошибки возможны лишь в каких-то исторических данных, научных данных и так далее, в каких-то утверждениях, которые могут быть в Писании. Именно там могут появляться ошибки, но не во всех исторических или научных утверждениях, которые мы видим в Писании, есть ошибки. Многие из них, или даже большинство из них, верны. Что ж, хорошо. Теперь нам нужно хорошо понять, что же мы имеем в виду, когда говорим о безошибочности. Я думаю, прежде чем мы высветим все это на слайде презентации, нам необходимо сначала исключить то, что безошибочностью не является. Если кто-то говорит, что я верю в безошибочность Писания, и я буду это защищать, означает ли это, что он верит, что в Писании никогда не было никаких орфографических ошибок, грамматических неточностей? Нет, не об этом идет речь. Если орфографические ошибки, ошибки в грамматике меняют значение предложения, причем настолько, что смысл становится противоположным, то, конечно, таким ошибок нет места. И лично я считаю, что таких текстов в Писании нет, таких ошибок в Писании нет. Но если был бы текст, в котором говорится, скажем, о кошке, и автор написал слово «кошка» через «а», то это не означает, что этот текст уже перестал быть безошибочным. То, что говорится о кошке, оно все еще истинно или ложно, вне зависимости от грамматической ошибки в этом слове. Что ж, когда мы говорим о безошибочности, говорим ли мы о переводах Библии? Нет. Говорим ли мы о копиях оригинальных текстов и копий, которые уже сделаны были с копий? Нет. Есть понимание, что ошибки могли просочиться в текст на протяжении веков, когда тексты переписывались и передавались последующему поколению. То, что мы защищаем, когда мы защищаем богодухновенность Библии, это то, что оригиналы не содержат ошибок. Что ж, вот еще один момент. Позвольте мне прочитать один текст, который вы очень хорошо знаете, и затем я хотел бы задать вам вот такой вопрос. Я прочитаю вам стих или два стиха, и затем спрошу, что же безошибочно в этом стихе? Бытие, 3 глава. Начиная с первого стиха, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Теперь четвертый стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». То, что сказал змей, это истина или ложно? Это ложно. Но хорошо, тогда вы можете мне сказать, что же тогда безошибочного в четвертом стихе? То, что змей это сказал. Вот это истина. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Именно так. Безошибочно в четвертом стихе то, что в нем говорится, что змей сказал такие слова. И веря в безошибочность четвертого стиха, я верю в то, что змей на самом деле произнес эти слова. Итак,
защищая безошибочность Писания, я не говорю, что ложь сатаны, что ошибочные представления друзей Иова каким-то образом становятся истинными. Нет. Защищая безошибочность Писания, я утверждаю, что когда Писание говорит, что сатана произнес эту ложь, то Писание истинно в том, что сатана на самом деле произнес эту ложь. Тот факт, что текст содержит в себе ложь, безошибочной Библии не превращает ложь сатаны в истину. Безошибочно в этом тексте как раз то, что автор сказал, что сатана это произнес, значит, он это произнес. И если автор написал, что Елифаз, Вилдад, Элисафар или Иуй высказали свои суждения о том, что происходит с Иовом, и были неправы, пусть все были неправы, и тот факт, что Писание безошибочно, не означает, что их высказывания вдруг каким-то образом стали верными. Это означает, что правильно верить в то, что друзья Иова на самом деле сказали то, что написано. Что ж, я думаю, это очень-очень важно, чтобы мы понимали. Что ж, вот еще один момент. Если я защищаю безошибочность Писания, то какие стихи, какие тексты я считаю безошибочными? Позвольте мне привести пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот, к примеру, текст Писания. «Не убей». Это истинно или ложно? Это ошибочно или безошибочно? Или не то, не то. Вот еще один текст Писания. «Благословен Господь Бог, и благословенно имя славы Его». Ошибочно или безошибочно? Истинно или ложно? Еще один текст. «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Истинно или ложно? Ошибочно или безошибочно? Что ж, ситуация в том, что эти предложения, первое, это повелительное предложение. А повеление не может быть истинным или ложным, ему нужно повиноваться или не повиноваться. Другой пример. «Благослови Господа, душа моя». Это восклицание. Или «Аллилуйя». Это восклицание. Оно не истинно, не ложно. И если истинность или ложность имеют какое-то отношение к безошибочности, и мы будем говорить, что имеет, то эти предложения, они не истинны, не ложны. Не говорит о том, что они повреждены в чем-то, они просто такие предложения. Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Это вопрос. А вопросы, они не истинны, не ложны. Итак, если безошибочность имеет какое-то отношение к истинности, то о вопросах нельзя сказать однозначно, истинны они или нет. Но это не говорит о том, что вот эти предложения каким-то образом ущербны. Я привожу это лишь для того, чтобы мы лучше поняли, что же на самом деле мы защищаем. Если мы не защищаем безошибочность вопросов, повелений, восклицаний, то какие предложения мы считаем безошибочными? Предложения, которые что-то утверждают, либо что-то отрицают. Другими словами, заявление каких-либо фактов. Если Иисус сказал, что горчичное зерно наименьшее из всех семян, то здесь что-то утверждается.
Я могу разобраться, истинно ли это утверждение или нет, что горчичное зерно самое маленькое, чтобы убедиться, что этот стих безошибочен. И, конечно, я должен ясно представлять, говорит ли Иисус какую-то истину из области ботаники, или вообще Он не об этом говорит. Итак, я могу вам сказать о том, что в Писании очень много текстов, в которых что-то утверждается как факт или что-то отрицается. И вот о таких текстах, в частности, идет речь, когда мы защищаем безошибочность Писания. И если кто-то скажет, ну что ж, тогда повеления могут быть ошибочными. Нет, совсем нет. Если вы поймете, что повеления не могут быть истинными или ложными, если безошибочность имеет отношение к истинности. Ну что ж, тогда должна быть проблема в Писании, если вы не говорите о том, что все вопросы безошибочные. Но нет никакой проблемы. Потому что вопросы сами по себе не могут быть истинными или ложными, если мы говорим об истинности. И если мы отделяем вопросы Писания, то это никак не влияет на взгляд о безошибочности Писания. Это лишь помогает нам разъяснить, что же на самом деле мы говорим, когда утверждаем, что Писание безошибочно? И что же мы защищаем на самом деле, когда говорим, что такая-то книга не содержит ошибок? Ну что ж, сказав обо всем этом, теперь мы подходим к определению безошибочности. И после этого мы уйдем на перерыв, потому что подошло время. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, как же нам определить безошибочность? И вначале я хотел бы предложить, что требуется определение, не позволяющее поставить под сомнение вопрос о безошибочности Священного Писания. То есть, так как это изначально спорный вопрос, есть люди, которые не согласны с тем, что Писание безошибочно. Нам нужно дать такое определение безошибочности, сделать это таким образом, чтобы оно не навязывало какое-то мнение о безошибочности или против безошибочности. И если мы сможем дать такое определение, то это определение будет применимо, сможет использоваться по отношению к безошибочности любой другой книги, например, книги об истории, или книги по психологии, или книги по ботанике, или любой другой книги, не говоря о Библии. То есть вы видите, если вы определяете понятие безошибочности таким образом, что в понятие безошибочности вы вкладываете свое убеждение о безошибочности, что вы считаете правильным, то что дальше говорить? Даже нет смысла смотреть на те аргументы, которые вы приведете в поддержку своей точки зрения, или которые ее опровергают. Что ж, как же может выглядеть вот такое определение? Что ж, говоря просто, все, что истинно, то и безошибочно, а то, что ложно, то ошибочно. Позвольте повторить. Все то, что истинно, то и безошибочно. А все то, что ложно, то ошибочно. Если я использую такое определение,
то стою ли я на чью-то точку зрения, на точку зрения тех людей, которые верят в безошибочность Писания, или на сторону тех, кто верит, что в ней есть ошибки? Нет. Во всяком случае, если я это делаю, то я не знаю, как. Но все-таки при этом нам нужно еще многое прояснить, потому что теперь нам нужно понять, что означает, если что-то истинно, и об этом мы продолжим на следующей лекции. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.